Так, буква О. А, буква О. Переношу свои афоризмы с сайта. Перевожу в такой формат. На долгую память. На YouTube. О, до буквы О дошли в предыдущих записях. О, обман уверят охотнее, если передергивать факты синхронно с затвором. Образование – это толчок для карьеры, в который вкладываешь все силы и спускаешь все средства. Общественное мнение формируют те, кто его игнорирует. Олигарх – это человек, укравший достаточно для приобретения честного имени. Оптимизм – это когда люди вас едва выносят, а вы радуетесь, что не вперед ногами. Оптимист считает, что добро побеждает зло, пессимист, что уже победило. Опыт подсказывает, не стоит к его подсказкам прислушиваться. Опыт формирует коридор возможностей, постепенно сужая его. Опыт – это когда все больше понимаешь, что понимаешь все меньше. Откладывая заботу о здоровье в долгий ящик, вы рискуете отправиться в него сами. Отпуск бывает двух типов – нечего вспоминать и нечего это вспоминать. Отстаивай свое мнение, не отстаивай, осадок все равно останется. Охочий до чужого рискует умереть не своей смертью. П. Пацифист убеждает жить в мире, милитарист определяет в каком. Очень актуально. Перл. Так, первый в истории человечества вопрос был поставлен Адаму ребром. Первый признак склероза – вы не помните, чтобы память вам изменяла. Переживать бесполезно, всех не переживешь. Прям девиз, my motto. Пессимизм хорош тем, что на фоне мрачного будущего новыми красками играет тусклое настоящее. Пессимист расстраивается, что жизнь у человека одна. Оптимист на это рассчитывает. Пессимист – это человек, не теряющий оптимизма за его отсутствие. Пеший туризм набирает обороты. Все больше людей идет по миру. Плевать через плечо налево – суеверие. Плевать направо – юриспруденция. Плохая наследственность – это когда все близкие – недалекие. Побеждая, добро чаще всего становится большим злом. Большим злом. Поднимаясь на седьмое небо, обязательно упрешься в чье-то небо в алмазах. Полная свобода у нас только в способах ее ограничения. По ошибке изваял двуглазого циклопа. Теперь вот сижу, не могу от него глаз оторвать. Порядочность во мне есть, только она беспорядочная. По такая жажде хлеба и зрелищ, государство превращается в жалкое зрелище из нахлебников. Похоже, за проходимость наших дорог отвечают проходимцы. Ну, похоже, 100%. Представителям народа все сложнее представить себе народ. Редко пересекаются. Прежде чем пороть горячку, убедитесь, что она у вас не белая. Призрак бродит по Европе. Нам достаются продукты брожения. Приобретение самогонного аппарата чревато исчезновением вестибулярного. Вестибулярного. Так. Приобретенный опыт обмену и возврату не подлежит. Приподнял настроение, а под ним такое... Присягнувший дважды, не присягал ни разу. Но это... Проблемы с деньгами меркнут на фоне проблем без денег. Продаваться не стоит, даже если вы знаете себе цену. Прошлое – это цепь событий, которая становится опытом, если приковать к ней внимание. Психиатр – это дрессировщик таракана в голове. Раб желания – всегда слуга многих господ.
Разборчивость в связях мужчинам делает честь, а женщинам мешает от нее избавиться. Расставание может быть последним шагом к сближению. Наверное, тут еще долго, наверное, прекратим пока.